и когда я даже не очень рассчитывала на призы, и я очень рада, потому что у меня получилось стать третьей, для меня это очень хорошее достижение. Я свою программу выполнила, опять же, не на 100%, процентов на 90%, поскольку присутствовали небольшие помарки. Даже присутствовало небольшое волнение, что мне как-то не присуще. Для меня какую-то новинку, что ли. И мне понравилось, и я очень рада, что пошла в тройку. Да, у меня вопрос в день. Тина Трёвка там исполняет, так сказать, 3-3-3. Это ты просто ради прикола делаешь, или это ты собираешься в программу вставить? Ну, в планах пока что этого не было, но я думаю, что человек должен уметь все. И, как вы выразились, ради прикола, да. Пока что это просто для умения. Я на самом деле сейчас попробую заряде. Вряд ли мне получится, конечно, но что именно я чувствую. У меня внутри чувство огромного желания, и я очень сильно хочу выйти откататься достойно, чтобы понравилось всем зрителям и людям, так как люди это те же самые зрители, я считаю, что когда зритель видит то, что спортсмен волнуется, даже перед зрителями все сразу же начинают замечать твои мелкие ошибки, и даже как-то кажется, ну вот, ну когда же он уже закатает, что он так мучается, быстрее. И ощущение и неуверенности, то, что есть некие моменты, когда ты можешь сорвать элемент, за них переживаешь, и одновременно и хочешь их сделать, и метаешься туда-сюда. Я успокаиваюсь за счет музыки. Я не люблю сильно отвлекаться, мне нужно закрываться в себе, и музыка мне помогает сделать себя спокойнее. Да, еще Дени, ты, конечно, как мы все знаем, не можешь поехать на чемпионат Европы. А как ты сейчас, вот у тебя, наверное, будет следующий штаб первенства России? Да. Какие планы? Ну, планы, конечно,